Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Андрей Колесников, с вами Андрей, и сегодня мы будем играть в Assassin's Creed Восстание. Игра очень прикольная, это игра про Assassin's Creed. Сейчас мы попробуем победить в этой борьбе. Я практически все знаю про ассасинов. Итак, полученные припасы. Ценные припасы, которые пригодятся к братству. Извините за долгую загрузку. Я лучше ее буду перематывать. А, нет, все нормально. Уже второй уровень. Я эту уже игру проходил, но почему-то через 3 дня она у меня почему-то вылетела. Сам не знаю почему. Это тренировочный зал. Тренировочный зал, чтобы отправить ассасина в комнату, нажмите кнопку действия в левом нижнем углу комнаты. Выберите ассасина, который хотите тренировать, а затем выбираете кодекс обучения. Ассасина получает очки опыта за тренированные, благодаря которым вы сможете повысить их уровень и улучшит характеристику почаще. Это я очень быстро, да?
И кто же у нас там? Новый ассасин. Обычный. Хамид Ал-Джасур. Новинка. Летенскретность. Ну, короче, понятно. В принципе, читать вам не буду, чтобы не затягивать видео. Ну, вы понимаете. Слишком много затягиваю. Так. Первый легион. Мускул. Ну, бывает такое, что проблема. Ну, короче, мы продолжаем. Меня просто звали. Идемте. Мама, ты дома? Так. Здесь будет безопасней. Блин, я забыл выбрать ассасина. Да, тебе он был. На. Это, короче, ассасин-зломчик. Так, получим информацию, короче, понятно. Да уж. Теперь остается только надеяться.
Нет, читать, но не сам все знаю, я в эту игру не раз играл. Игра очень прикольная. Но если я не оставлю на нее ссылку в описании под этим видео, значит я оставлю ее под другим видео, которое, наверное, сниму завтра или послезавтра. Короче, посмотрим.
то есть Пикардо неудача, ассасин слабеет. Да ладно. Фух, живы. Надо только нашего вылечить. И все, чити-пути. Хотя эту игру очень легко найти, поймахтать ее уже добавим. Короче, понятно. Я нового ассасина когда-нибудь в другой раз использую, потому что я за этого ассасина играл, он практически бесполезный. Извините, рекламка вылезла. Испробуем этого ассасина, на что он способен. Ну? Это что? Попробуем скрытно. Здесь нам поможет здесь нам поможет Аудиар. Вот ты. Красавчик.
Сейчас посмотрю. Итак, друзья, на этом мы, пожалуй, закончим. А с вами был Андрей. Подписывайся на канал, ставь лайк. А как говорится, нету лайков, нету видео. Так что с тебя, мой дорогой друг, лайк. Хотя бы лайк. И комментарий, если тебе не трудно. А как говорится, нету лайков, нет и видео. А с вами был Андрей, подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч.